Давай. Давай. Я, правда, там запутался в одном месте. Там просто хай-хетик уже прописан двойной. Я прекратил играть, а он играет, и поэтому ты не слышишь. А. Так вот, может, блядь, переписать так? Давайте куплет или что там это. А. Давай с припева, да, с припева. Так, думаю, вот после паузы вот этой. Так вот, да, вот припевы-то. Да, я доиграл, но там вот сбивался в этом месте. Ну. Ну давай дальше. Не, да там в целом ставить можно, там одно и то же же. Давай. Подождите, еще. Слишком мало ты заранее сыграл. Нет, сейчас нормально. Давайте с припева, да, с паузы.
Да, давай. Чё, блядь? Так я проебал. Подожди, да, я вспомню твою новую корректировку, грёб. Я же по привычке играю, но дальше, блядь, я бы по-старому сейчас записал. Господи. Да, да, я знаю, дай мне это проиграть еще в голове, так, подожди. Ну можно, давайте с этой части, где есть двойной, это что, припев? Да, с припева. Давайте отсюда прямо. Да. Я как раз вторую пропишу, как надо. Попробую, по крайней мере. Переделал все. Давай еще оттуда же. Не знаю, блядь. Ладно. Так, а на третий? Все, давайте, я понял.
Давай. Я и так в райт ебашил. Или в Белл надо тебе прям? Давай. Ну вот вам второй вариант. Просто второй вариант. Другой. Я только не понимаю, где мне вступить. Ты там вставил там что-то. Хорошо. А вы можете мне во время песни просто раз, два, три, четыре, и... Ну, это, ты же знаешь, где будет этот вокал начинается? Ну, где, да, то я же с, ну, начинаю в белл, в колбелл играть с вокалом. А! Ну, в общем, понял, да? Хорошо. Ну, не знаю, да у меня в наушниках же слышно, все нормально. Но ты давайте, включайте, блин, уже. Да-да. Можно не сильно громко так орать. Подальше от микрофона. Хорошо. Я понял. Ну сейчас же записали, что? Нет? Давай. Нормально. Ну так я войду. Это, врежусь, что называется. Зачем? Ну так а что? Давай. Thank you.
Блять, я забыл про бочки. Давай весь кусок, да. Только, короче, Димас, я понял, где что. Не кричи в уши. Сейчас, знаешь почему? Потому что, мне кажется, оверхеды тебя будут слышать через наушники. А сейчас такое место тихое. Мне бывало, слышно было. Я, блядь, не думаю о ближайшем, что дальше в раскладе. Хай-хет двойной, все, опять надо заново, нахуй, я не знаю. Ух ты, ёб твою мать. Да. У меня левая нога на хай-хете стояла. Да, я помню. Давайте. Да! Чучелька, блядь, тот самый. Короче, нормалды. Есть изолента, чуваки? Так это ты понимаешь, когда мозоль, когда ты крутил, нервировался? Нет, когда нервничал между дублями, мозоль накрутил, блядь, в пальцах.
когда крутишь, здесь есть изолента же у вас, по-любому какая-нибудь. Может, где-нибудь есть, даже пассатижи. Может, тейпом. Ну, тейпом совсем сурово будет, наверное. Может, тейп рекордером. Так, ну заебись, короче. Ништяк вообще, на самом деле, охуительно. Ну, смотри, как две стороны, а сейчас иди. Тогда, короче, я думаю, что, скорее всего, мы сделаем еще у вас одну сессию, которую мы запишем туда ваш рояль, соответственно. Потом вот так, ну, Тот же самый, да? Другая музыка, другой характер звучит, как будто. Ой, сейчас смотри еще. Ногой не продавливаю, нихуя. Надо просто добавить барабанов немного.